Перед началом ролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Возможность покупки билетов из России в Таджикистан и обратно появилась после 30 июня. Билеты продаются на рейсы между Москвой и Душанбе. При этом официальных заявлений от МИД России или МИД Таджикистана о возобновлении авиасообщения не поступало. Спутник Таджикистан решил разобраться, можно ли будет улететь из Таджикистана в Россию. Агентство гражданской авиации Таджикистана выпустило официальное заявление, где напомнило о прекращении авиасообщения между странами с 20 марта 2020 года. Следует отметить, что некоторые средства массовой информации сообщили, что некоторые авиакомпании продают билеты из России в Таджикистан и наоборот. Эти новости фактически не имеют оснований, и регулярные международные рейсы между двумя странами будут запущены только после стабилизации ситуации с вирусом COVID-19 и официального объявления компетентных органов, говорится в официальном сообщении ведомства. Также ведомство попросило граждан воздержаться от покупки авиабилетов и отметило, что о возобновлении авиасообщения будет объявлено официально. Стало известно, когда Турция возобновит авиасообщение со странами ЦА. Прокомментировали ситуацию с авиабилетами на июле в Росавиации. Каких-либо данных о начале выполнения полетов, возобновления, к сожалению, у нас нет. Поэтому комментировать пока нечего. Авиакомпании – отдельные хозяйствующие субъекты, которые ведут свою деятельность самостоятельно, сообщил спутник Таджикистан, источник, близкий к Росавиации. Официальную позицию относительно продажи билетов на рейсы Москва, Душанбе и обратно высказали и в посольстве России в Таджикистане. В депредставительстве напомнили, что регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, прекращено с 27 марта 2020 года, за исключением спецрейсов. Списки пассажиров указанных вывозных рейсов формируются на основе соответствующих заявлений, поданных гражданами через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это исключает возможность открытой продажи авиакомпаниями билетов на вывозные рейсы из Таджикистана в Россию. Кроме того, обращаем внимание, что перечень вывозных рейсов в настоящее время согласован упомянутым оперативным штабом, заинтересованными российскими ведомствами и региональными властями лишь до 12 июня 2020 года включительно, сообщили в посольстве России в Таджикистане. Ведомство настоятельно рекомендует не приобретать у авиакомпаний билеты на рейсы из Таджикистана в Россию, которые не были включены в упомянутый перечень вывозных рейсов, до момента возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. По вопросам, связанным с возможностью вылета из России в Таджикистан, рекомендуется ориентироваться на официальную информацию, публикуемую на этот счет МИД Таджикистана, а также посольством Таджикистана в Москве. Также спутник Таджикистан отправил запросы в пресс-службы авиакомпаний «Атавайр» и «Уральские авиалинии». Понравился ролик? Тогда поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики.